Смотри. Я правый. А насколько ты вправо-то уходишь? Just relax, мы одни. Just relax, иди в другую сторону. Всем привет, дорогие друзья. Just relax, мы тебя не брали к себе в команду. Just relax, переходи. Я в тебя верю. Чего? Тебя уже верят, Акаки. Я строю. Спасибо, курочек. Just relax. Всем привет, дорогие друзья, играем мы в Firm Defense, или как она там? Хорошо. Вот. Хорошо. Ты ходишь так прям высоко? Ну давай, ладно. Хорошо. Ты ходишь прям такую здоровую базу? Да ты чё? Ну, я пошёл. Ну, итоги она такая же, как у тебя тогда была. Хорошо, готово. Со мной в голосе находится Акаки. Только ты по квадратам немного не посчитал, ну ладно, пойдет. Ну нормально, мы сэкономили. Ну типа, если построить самую глубокую башню, то и бить лучше. Хорошо. Так, не, вот так вот не будут бить. Нет, если вот, видишь, где я сейчас? Нет, вот не будут там бить. Башню, не будут. Будут бить. Нет. Будут. Я в прошлый раз всю базу такими обстроил. Блин, надо было строиться, как я в прошлый раз построился, на самом деле. Хорошо. Это им база стройка была, восьмерочкой. Хорошо. Она их ломала. Восьмерочка? Да. Да? Да. Можно. Яйца 93, хорошо. Нормально. Так, надо вспомнить, как продавать дороже. Я вспомнил, продавай дороже. Нужно больше. Ну, сидим, ждем хербы. Я думаю, надо или еги? Чтобы еги продавать, надо ли мне уже... Зачем ты хочешь в центре максимально строить? Стой, или там наоборот самая безопасная территория, типа? Ну, я пошел. Смотри, в чем прикол. Все разбегаются в центре и строятся вокруг обычно. Ну да. А зомби идут с краев. Угу. То есть они об крайних задеваются, и в центр доходит меньше людей уже в итоге. Ну я плюс-минус так хотел, видишь, они все вокруг нас. То есть, ты видишь, часть пошли к синему застряли, часть к блюзом, и он ну, так, да. Пару штук к нам дошли. Ну это так-то ну, тоже инком. Ну инком, конечно, но потом-то, когда боссы пойдут, это уже будет не инком. Напоминаю то, что мы здесь выбираем все животных, строим их, и потом продаем их, так сказать, в производство. Я играю через курочек, Акаки, как всегда, через кабанчиков. И оказалось, чем больше мы продаем, тем больше процент. Я не знаю, где ты прочитал, кстати. Город наших союзников. Ну да вот ладно. Надо. Надо читать. Руина. Ну, я надеюсь, у меня будет сейчас около 150, я продам. Ну, я пошел. Вот. Чего? Да, а что я сделал? Ну это, в принципе, легкий, ты их выкинул. Давай подберу. А, я понял, что я сделал. Разделил? Хорошо. Да, у нас есть какой-то ящик просто в инвентаре, что если ящик замкнуть, то типа он тебе 5 штук выкидывает на землю. Так, строим ферму. Ящик 5 штук. А, ну типа делить, да. Прикольная вещь. Да, господь. Вот, видишь, они не бьют нифига. Это тактическая база. Да нет, там есть расстояние, ну типа. Там между ними кубик закрыт. Там нет этого угла полного. Вот если вот сейчас левую твою или мою правую верхнюю убрать, тогда да. А если так, то нет. Не знаю. Похоже на какой-то байт. Я скилловый парень, я все знаю. Вот, продал одно яичко, идеально продал одно яичко и делаю грейд. Вот это я просто профессионал. И два яйца еще есть. Ух, ё-моё, 57. Ужас, ценники. Чёрт, да, мои хербы тоже... Собрались их, смотри, там стало 4. И тут же нападает до 84, хоть бы не. 84 продавать не хотим уже. Меньше 100, это уже все, это не продажа. Это не подъемная цена. Это уже подарок. Жить можно, да. У тебя дерево стоит просто так. М? Дерево потрать. Ой, дерево потратить, спасибо. А что ты мне не напомнил раньше? Руина. Ну так там только упало дерево. Руина. Это неправда, я не верю. О, пошли нахер. Крысы. Пацаны, короче, я пошел что-то бьет. Я не могу выйти. Я, как блинкнуться отсюда? Я хочу от него спастись. Я не хочу с ними строиться. С кем? Почему? Хорошо. Почему нет? Что тебе не так? Тебя съедает вообще, ты руина. На меня оказывается давление, пацаны. Он врет. Ой, какие хорошие. Придали, он все продал. Придали, он не понял, в чем система. Надо копить и продавать дорого. А, смотрите, пацаны, у вас есть справа снизу свиточек. В инвентаре, да. Написано, типа, хербы стоят столько же, там, это столько. Вам надо поймать максимально хорошую для вас цену и продать пачкой сразу как можно дороже, чтобы прям вот по максимуму. А, смотри, они, кстати, через лучницы играют. Осаждают враги. Кто? Вон сверху. Ну только мне кажется, вижу.
Пока башня поприкольнее выглядит. Бред. Ну, ну смотри, но при этом лучницу улучшают... Но при этом лучницу улучшать можно сразу всех. Там в алтаре же, ну, они все это разом. Да, это да. Но так-то урон башни, по идее, тоже можно улучшить всем. По идее. Но это не точно. Можно только саму башню же непосредственно. О, 140 за цветочки. Это мы одобряем. Опа. У нас, если что, о, 127 за яйца, нормально. Больше стоимость за яйца, еще да, больше. У нас все плохо, надо грейдить уже башню. Ну я сейчас грейдну стены. И сделать их больше. Давай я снизу туда построю. Ну так. Только ради тебя строю везде. Дефу и весь замок один кошмар. Ты собрался инкомить, я понял. Кто собрался инкомить? Даже вот, тут. Вот это... А, ладно, тут нормально, тут нормально, ладно, нормально. Даже тут заработать собрался, видишь какой. Кошмар. Я думаю о команде, а он меня обвиняет в чем-то. Кошмар, как так можно? И грейдит, грейдит их все. Ля крыс. Все ради команды, а он меня в чем-то обвиняет. Вы вообще представляете? Ля крыс. Дорогие гости, друзья, товарищи, вот видите, как он бессовестный. Да почему твои хербы стоят так дорого, так нечестно? Ты сделал кабана, я видел. А мне опять не сказал. Вот, а я тебе сразу сказал, видишь? Да, вот это вот командный игрок, а ты руины. Что? И что? Если не получится, что ты говоришь, так что ладно. У тебя выходит кабанчик, я тебе напоминаю о том, что надо сделать кабанчика, а ты мне нифига не сказал, когда начал его делать. А он делает руины. Все моментально. Ну, понимаешь, я начал делать, я тебе сказал, а ты нет. Я его только тыкнул, ты мне сразу сказал о том, что я руина уже. Да, потому что это так, потому что это правда. Хатфу! Хатфу. Понял? Нет, это ты хатфу. 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 А чё я, знаешь, что я хатфу, я могу яйцом тебе в голову кинуть. Знаешь, что я заметил вообще? Что ты заметил? А что ты стены не апаешь, а? Ты! Вот апну! И курицу делай. Хатфу. У тебя вообще денег больше, потому что они все время дороже, блин. Яйца летят, видел как? Делай курочку! А, ты сделал курочку. Я а тебе только что... Напомнил. Ты че, руина? Офигел? Что? Я тебе 10 секунд назад говорю, делай... Курицу, не курицу, ну ты понял. Еще я виноват, Мустась. Ля, ты уже инко да. Это делаешь. Ля, ты крыс. Так что, у нас же одна. Не строй, не строй, отмени, отмени, отмени. Аура же это, подойди с этими курочками просто ближе туда и все. Это что, мои курочки около твоей ты должен стоять, что ли? Ну видишь, они получают, ты ману получают, все нормально. Так, как там жену сделать? Это о, дорого, вот это стоимость, вот это стоимость. Не-не, жену пока не делай, дорого выходит, смысла нет сейчас. Да. Типа там пятихатка сама жена, плюс надо построить здание, еще 2 сотки сверху того, 7 соток. Восьмая волна. Так, нам бы уже скоро к боссу готовиться. Зачем? Мы его увидим, убьем первого босса слабый. Нет. Не такими башнями. У меня когда пришел первый босс, я его ногами запинал даже такими башнями. Мне кажется, лучше сделать уже эти грейжены башни. Ну сделай грейжены. Просто это довольно дорого, там чтобы построить нам будет сначала эту херню, ну ладно, стоит, все ради инкома, так уж и быть. Ну вот я о том же, блядь, денег нет на это. Там парней, кажется, сносят. Что у них случится? 13-19, они нифига их не качают. Вообще смотри, не там, смотри там эти ботлы, эльфики такие, 200 урона с руки просто. А, ну да. Ох, 146 моя... яйца, обалдеть, что я их продал вообще-то сейчас. Обалдеть. Ну, 13, я знаю, не хочу 13 делай же... Животное делай. Делаю животное. Оба, животное вышло. Ну, я мог сейчас пошутить, но ладно. Смотри, что я тебе говорю-то. Там херб сейчас 13, и я не хочу их продавать, потому что на самом-то деле... Это нормально, продавай. Нет, я хочу дороже. Нормальный ценник. Для твоей травы. Я хочу дороже. Нормальный ценник. Ну, сейчас у меня яйца улетят вообще вниз. Так, надо башни делать, потому что они ходят очень много, прям около наших башен, это фигово. А это что? Это лаборатория конструкшн, да? А для чего нам нужна эта кузница? Кузница, даже на ведичном написано.
для изучения продвинутой индустрии. Короче, защиты какую-то там, защиту что-то улучшают. Посмотри, нет, сколько у меня стоят яйца. Сколько яйца? 58. О, мои 120, видишь, мы подорожали, нельзя терпел. Оп, берем. 53. Трошечко. 53. За что? А вот и босс, нам пипец. Ну, босс, я бегу к тебе, бегу. Ну вот видишь, мы норм вычиниваем, что ты. А если бы там сверху еще один. Давай, я там чуть-чуть зачини. Да нормально. Говорю, было бы неплохо, если. А вот был бы третий, то все. Да мы и так как раз изи дефаем, что ты. Ну было бы три, поочередно чинили бы туда, то здесь. Руина, все ясно. Ты босса добил, фу таким быть. Сколько за нее дают? Ты добил, говорю. Я понял. А сейчас ты. 40. Пятый крыс, отдай. Верни. Чё, 141. Для сколько яйца стоит за 3? Животное. Хер бы 139, а я их только продавал, блин. У меня яйца 141, нормально все. Еще продать. Так, лаборатория есть. А чё кузница в итоге качает? Защитные типа сооружения? Да, там что-то про защиту. Таунхолл это для... Нет, это... А таунхолл чё это? Нет. Кошнопис прокачивает, кошнопис написано, для юнитов и построек каких-то там и защиты, и защитных исследований. А таунхолл? Таунхолл, там этот, всякие дополнительные ремонтники, женщины краски те самые там продаются, и все остальное, все там это. Надо бы сделать, у нас база большая. Согласен, я поэтому делаю. Это правильное решение. Так, делай животное. Черт, у меня да, получилась штука на дополнительную деньги типа продаж, здесь постоянно кстати, которые. Но цена упала. Нафиг было упала. Ждать. Ну блин, надо. Я хотел по максимуму прям, ух. Так, а есть какая-то штука, чтобы автоматически чинили стенки? Ну, работников можно построить. Да работники вообще фигня, если не ошибаюсь. Шибашенку ну, построить. Ну, работники нормально чинят, ходят. В общем и целом норм. Хорошо. Вот, видишь, я построил работник, вот видишь, он ход чинит. Хорошо. Ну, я пошел. У меня есть план, я буду придерживаться. План слиться? Это не совсем план. Это... Так, что там? Это закономерность уже. Блин, смотри, хер бы все там 125, 30, просто 120 плюс все, а мои 50. О, все стали дешевле, нормально. Нормально, за всех договорился, да? Красавчик. Играю на команду. Опа, еще кабанчик, этот, курочку, куряшку делай. Стой. У тебя одна курочка далеко стоит, подари ближе. Куряшечку. Они почему-то не хотят уйти, вот все. Я построил башню не там. О, я понял, что. Как сделать эту? Это яичко. Это очень печально. Ты лучший союзник в мире. Ты понял, что произошло? Нет. Она каким-то образом вот через угол протиснулась, она, видимо, там дальность небольшая какая-то, они сломали башню в углу и протиснулись через него. Кривые это руки. Как вообще? Руина просто. А я сказал, кривые стены построили, а ты отлично, не поверил. Отлично строили. Смотри, вот у них так стоит и ничего, у них никто не проходит. А ты руина. Лучше бы я строился один. На этом все, дорогие друзья. Видосик на этом подходит к концу. Ну, давай посмотрим. Где никто не проходит, смотри. Ну, Настя, там не повезло. Ты просто криво построил, видимо. Потому что я построил так, нормально, так. У меня никто не проходил, вообще отличный угол был. Так мы пол игры вот. Простояли, нормально все было, а вдруг стена кривая стала. Смотри, сколько у тебя хер выстоит. Вот просто вот почувствовал эту боль инкомера. У меня была на максимум прокачанная. Хер бы 147 сейчас стоит. Я вижу, я 147. Сейчас с нее получил. Тем более, что весь инвентарь был ими забит, я вообще продал бы, ух. А на этом данный видосик подходит к концу. Что-то там, защита фермы, если не ошибаюсь, называется карта. Ссылочка на нее, возможно, будет в описании. С вами был Лексбонд и Акаки. Всем удачи и всем пока, дорогие друзья. Всем пока. И до новых встреч.